хотели выступать, но наш менеджер по связям с острыми предметами сказал, что молодые поклонники нас не поймут. И больше мы можем не рассчитывать на гонорар в городе Днепропетровске. Поэтому мы, как люди, которые постоянно идут на компромисс, прогибаются под этот изменчивый мир и принимают колено-локтевую позу при каждом удобном случае, когда речь идет о деньгах, решили все-таки вернуться и на себя завершить наше дело и поставить жирную, привет, точку. Изотоп.